русские каратисты вернулись из Новосибирска. Там прошел традиционный предновогодний турнир по карате Кёкусинкай. Юношеские соревнования ежегодно в конце декабря собирают несколько сотен мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 15 лет со всей Сибири. Томич Вова Баранюк выиграл золотую медаль, победив в финале каратиста из Северска. Ну да, своих уже знаю, как бы, а чужие, от них можно ждать чего угодно. Традиционно хорошо выступила томичка Настя Гуменных. На нескольких последних турнирах она останавливалась в шаге от золотой медали. И вот в Новосибирске наконец-то снова смогла подняться на высшую ступеньку пьедестала. Какой ценой, видно по рукам девочки. На тренировках задираем казанки. Ну, залечивать будем, чтобы на следующих соревнованиях уже без ссадин пошли на соревнования. На соревнованиях в Новосибирске Томскую область представляли воспитанники сразу нескольких клубов. Не все спортсмены смогли попасть в число призеров. Но в целом тренеры остались довольны своими воспитанниками. Соревнования были очень крупные. Было 4 федерации, помимо нашей федерации, ФК, ШИН, КАН и КО. Ну и тем приятнее, что в такой серьезной компании получилось выиграть и попасть в призы. В принципе, результатом доволен. 2 вторых места. Те задачи, которые ставились спортсменам, они выполнены. В общей сложности спортсмены Томской федерации завоевали 7 медалей. 2 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. Ребята выступили достойно. Подняли настроение в канун Нового года своим родителям, своим тренерам, ну и себе прежде всего. Мы очень довольны выступлением наших спортсменов. Мы желаем их побед в дальнейшем в сезоне 2013 года. Это был последний турнир 2012 года. Однако уже после зимних школьных каникул спортсменам предстоят новые тренировки и подготовка к выступлениям на первенстве России.